Все тихо, чат. 1 марта 2015 года, квартира там кого-то. Пока мы не начали, я просто хотел сказать вам спасибо. Вы единственный не повесил трубку, когда я сказал, что именно расследую. Все остальные просто исчезали. Кажется, они вовсе не жалеют об этом, не желают об этом говорить. Я просто хочу, чтобы вы знали, для меня правда очень важно, вы согласились. Итак, начнем с самого начала. Расскажите о первом дне работы с офицером Раймсом. Если вы готовы, начинайте. Окей. Играть как задумано разработчиками, тактическое. Ну, конечно, как задумано. Первый вызов. Джонс, Раймс, вызывай диспетчер. Парни, куда вы подевались? Ладно, у нас тут сообщение об ограблении в баре Армадилло. Нужно, чтобы вы двое добрались до туда и все выяснили. Подозреваемые хорошо вооружены, есть несколько заложников. Так что аккуратней там вы оба. Особенно ты, Джон, не хочешь, чтобы ты умер в первый день? Не, квест, сейчас покажу. Вы, Джон. Набор отмычек. Ну и аптечку, конечно. Напарнику. Все, погнали. Закусочная Микки. Вот что произошло той ночью. Я шел по очень темному коридору, черному, хоть глаза выколи, даже стен не видно. Шел, кажется, целую вечность, когда вокруг увидел перед собой дверь. Спасибо за поддержку. Ну, камон, дядя. Бля, мне уже не по себе. Спасибо огромное за пятихатку. Пятихатка — это пипец. Ты каждый мне стрим будешь по пятихатке, что ли, кидать? Я ж так привыкну. Обычная картонная коробка просто... Бля, я в ахуе. Обычная картонная коробка просто стоит посреди комнаты. Я подошел к ней и все, думал, что же в этой коробке? Тут я увидел кровь на ее стенах. Мой мозг буквально орал, что внутри? Что в коробке? Что в коробке? А потом я наконец открыл ее и... Голова. Там была голова моей жены Сьюзи. Охренеть. Ну и сон, я чуть с кровати не упал. Переезд в другой город — просто катастрофа. Мы уже месяц коробки разбираем. Неудивительно, что мне кошмары об этом снятся. А Рик вообще, ему вообще все равно. Угу. Угу? Твой бывший однокурсник по академии просто лучший друг перевелся в твой участок. И так-то ты его встречаешь. Ты ничуть не изменился, мне это нравится. Надеюсь, сеанс психотерапии завершен. Слушаю тут твой трёп и реально скучаю по работе. Все такой же сухарь. Такой же сухарь. И знаешь что, мне правда этого не хватало. Ну да ладно, сам-то как? Чем занимаешься? Да как тебе сказать, как обычно. Распутываю дела, сажаю уродов за решетку. Скоро стану старшим офицером в этом дерьмовом участке. В общем, не веду себя как трусишка. Я трусишка? Чувак, ты только что признался, что боишься коробок. Крыть нечем. Здорово, ребят, всем привет. Как бы то ни было, я рад снова тебя видеть. А, черт с ним, я тоже скучал по тебе, надоедливый ты, сукин сын. Ну что у нас, полицейские истории? Полицейские истории посмотрим. Полис-история называется. Стоп. А вы не должны были куда-то ехать? Диспетчер звонил полчаса назад, Джон. Здесь прям сюжетная история. Так, что пропустить? Не, мы не пропускаем заставки, мы чекаем все. Я могу что-то себя отрубать в заставках. Нормально, они припарковались. А ну, все уже. Ага, управление на мышку. Работа в команде. Давай своему напарнику тактические указания. Команду следует за тобой, или от меня команду жми space. Найди курсор цели, выбери. Ага, и жми право. Чтобы выполнить миссию, нужно нейтрализовать всех подозреваемых. Лучше их, конечно, арестовать. Командуй сдаться, подойди и надень наручники. Подозреваемый или нет? Так, тихо. Подозреваемый. Гражданский в безопасности. Это что, гражданский? Ладно, заходим. Ага.
Ты можешь стрелять на поражение, только если противник угрожает оружием. Если подозреваемый не сдается сразу или пытается сбежать, попробуй на него надавить. Они с одной плюшки убивают? Понял, все, понял. Тогда таких мы сразу будем ложить. Я думал здесь... Не-не, это не как Hotline Miami, здесь тактика, ребят. Это что? Улика. Так, быстро. Чтобы рисовать, удерживать. Там никто не спрятался больше. Пойдем, пойдем. Как его, Рик там, да? На Shift можно бегать. Почему ты? Блин, я их сейчас всех положу. Некоторые двери могут быть закрыты. Используй силу и тактическое снаряжение, чтобы их взломать. Никого? Так, следи там за спиной, за моей. Да я тебе сказал. Мне нравится полицейским играть, ля. Никого тут нету. Хорошо. Слева сверху улику забыл. Пойдем вернемся. Удачный стрим, спасибо большое. Да тут уже, блин, бахнули так, что в натуре улика. Кто-то где-то нормально так подержал. Так. В спальне по-любому кто-то есть, да? Так, света шумовая, набор отмычек. Формитив. Чего он меня целиться начал? Сейчас бы в туалете арестовывает. Да, тут уже пофиг. Я же выстрелил в него, а почему? И все заново, серьезно. Сейчас сгорю, сейчас сгорю. Офицер ранен, да как кого, бляха мух. Я спецназ или кто? Да какая-то жесть вообще, не игра. Я первый раз просто прошел без этой, без единой этой. Вы поняли, да? Ну сейчас, сейчас все будет. Подождите, вы же знаете, я к таким играм не привык. Все, теперь аккуратно, теперь аккуратно. Да в смысле, я его отправляю, его убивают обычно, либо он кого-то убивает. Неоправданное убийство. Да плевать мне, он бы меня убил сейчас. Что это за шум сейчас был? Сейчас я тебе покажу, что за шум был. Вот как я его должен был убить? Вы видели? Он просто за дверью стал. Я могу всех убить, но как сделать так, чтобы очков хватило? Как сделать так, чтобы очков хватило на вторую миссию-то? У меня сейчас бы жопа сгорит от этой игры. Окей, будем пользоваться, значит, напарником чернокожим. Гуляй отсюда, я тебе дам гуляй отсюда. Давай, брат, заходи. Все, босса, никого нет.
Все закрыто. Все, погнали. Хорош, наркоту у них нашли, ля. Пойдем, брат. Я, короче, понял, я буду его отправлять. Стреляй в него, придурок. Не это. Это так не работает. У тебя полно снаряги, да плевать на эту снарягу. Вы видите, как ИИ работает. Охренеть просто. Может, я, конечно, что-то не понимаю, но... А я его что, в атаку отправлял? Это шумовая граната. Я его просто отправлял. Мудила, блин. Да ты ж первая миссия, граната юзай. Неужели это так сложно, блин? Пусть прикрывает меня. Неоправданное убийство, да и похер. Лучше я его убью, чем он меня. Смотри, наркотики тут. Так, ну давай вот сюда. Все, я понял, нормально. Так я с первой попытки прошел, понимаешь? Но не набил количество очков нужно. Ну вот 6500 сейчас. Хватит этого, интересно, или нет? Так, это мы уже слышали, ладно. 300 очков до открытия все равно. Это что за игра такая? Я должен идеально пройти, что ли, получается, эту миссию? Прям идеально? С третьей... Я с первой попытки прошел, по-моему, нет? Ну как нет? Смотри, я сейчас как прошел, и в итоге что? Даже не на Б, говорит, прошел. А чё ж я должен сделать такого, чтобы пройти это все на Б? Офигеть. Ну, я же поэтому и говорю, то есть я должен идеально пройти, получается. Да почему меня так глушит? Он же кидает в комнату. Ты можешь? Я понял тебя, брат. Опять эту комнату забыл. Это просто жесть, что за у меня за напарник. Это просто капец. Куда я еще не зашел? Но это по-любому она выполнена. Сейчас это по-любому она должна быть выполнена.
Слава Господи. Цевьё открыто. Все, погнали. Ну да, сообщение 221 на баре Армадилла оказалось сложным, но кажется, вы напали на след чего-то посерьезнее. Нужно добраться до склада, о котором говорил подозреваемый. Хорошо бы пораньше всей остальной банды, но если не получится, прищучьте их. Прищучьте их, чат. Цевьё. Так, ну... Подожди, гранату возьму, да, аптечку. А ему последний набор. Мы оба молчали почти весь путь до склада. Но Джун был для меня открытой книгой. Он волновался, как ребенок накануне Рождества, на месте усидеть не мог. Это мне в нем нравилось, его самоотдача, его страсть, его энергичность. В такие моменты я понимал, я и он, мы оба рождены для этой работы. Все ощущалось таким правильным. Все, теперь будем аккуратно. Вот чат, смотри, сейчас отвечаю, буду хорошо играть. Тихо. Блин, случайно. Все нормально, все нормально. Они же не будут выходить. Кидай туда. Я понял, он, короче, совсем глупый, да? Вот это вышел, я слышал. Так, мне нужна аптечка срочно. А как мне ее скушать? Можно так, чтобы он открыл дверь, а ты кинул. А. Так, прикрываем. Стоять, я тебе говорю. Че, у вас столько оружия тут? А где моя отмычка? Офигеть, он что сделал, вы видели? Жестко, жестко. Офигеть! Там еще и заложи есть, стреляю в дверь. А что, так можно было, да? Открывай, отходи. Блин, там преступник и заложник. Заложник еще с той стороны, понимаешь? Бери улику. Вон, все тихо. Плохо в помощь. Так, подожди, подожди. О, тут ты вообще по-спецназовски, да, зашел? Здорово, Ильич. Тихо-тихо, я скоро научусь, буду вообще им баланс. Ah.
Да хорош у меня целиться, я могу вас типа не убивать же. Прикрой меня здесь. Давай, открывай так. Ну, давай. Хорошо, командой сработали, ля. Миссия выполнена, хорошо. Ну все, изичная миссия. Хорошо. В этих бумагах сказано, что содержимое склада принадлежит Stone & Roberts, одному из главных производителей и продавцов оружия в стране. У них контракт с ФБР, ЦРУ, армией, несколькими ЧВК. Черт, я думаю, наш участок укомплектован их же стволами. Знаешь, что странно, если эти бумаги не врут, то здесь тонны взрывчатки. Глянь сюда. Взрывчатые вещества типа C4 для взрывных систем с таймером. Здесь достаточно, чтобы сделать где-то, ну, не знаю, сотни бомб. Но зачем им? Дзинь-дзинь-дзинь. Ля, кто-то звонит, тихо. Я возьму трубку. Стой, стой, нам нужно отследить звонок. Отличная идея, Дженни. Дай только я сбегаю за оборудованием. А, ну да, мне же его нет, ведь мы, как ты знаешь, не в сериале. Так и знал. Короче, я беру трубку. Так, мы почти у дома Станишевского. А вы там закончили с грузом? Я... Ага, закончили. Стоп, Карл, это ты? Ага, это Карл. Что-то не похоже. Кто это? Копы? Вот дерьмо! Черт, они отключились. Отлично сработано, Карл. Они что-нибудь сказали? Да, говорили что-то о Станишевском. О Станишевском? Кевин Станишевский, молодой режиссер, восходящая звезда студии Primrose и парень с кучей знакомств. Опасных знакомств. Ладно, я, кажется, знаю, куда они направляются. Давай в машину, думаю, времени у нас мало. Окей. Открыто новое снаряжение, перцовый баллончик. Ля, перцовый баллончик есть. Третья миссия. Сначала склад набитый взрывчаткой, а теперь еще и заложники. Да, ребят, сегодня вы точно не останетесь без работы. Кевин Станишевский, восходящая звезда киноиндустрии, национальная гордость. Так что позаботьтесь о нем и помните, он живет в престижном районе, поэтому постарайтесь свести стрельбу к минимуму, общественность не одобрит. Камон. Так, давай последний набор мы этому возьмем. Набор... Этот. Давай перцовку ему возьмем. Да и цевьё, наверное, хватит. Кевин Сашевский? Это полиция. Откройте. Странно, как будто нет никого. Да, правда странно. Стой. И ложись сейчас же. Ух ты, какие воинственные ребята. Готов? Ага, пошли. Здорово, Волк. Так, ну все, почерк. Спасибо за поддержку. Сбежавший. Спасибо большое за черк. Так, ну что, ты готов? Ага, я понял, понял. А почему я его не убил с первого выстрела? Да, здесь заложники, осторожнее, я понял. Давай, брат, аккуратно. Меня, говорит, заставили. Yeah. Вот в коридоре. О, да их там жесть. Вот здесь, короче, нужно. Я в дверь попал. И уже смотри на этот закрытый. Здорово, Антон. Не, сегодня смать не будет, не хочу, ребят. Все, без шума и пыли работаем. Я требую адвоката. На тебе адвокат, ё-моё. Какие здесь миссии сложные, реально. Надо было на легкой сложности, наверное, играть.
пока идем хорошо. Опа. И наркота, и два этих. Я хотел, самая лучшая попытка, чат. Главное, чтобы вот здесь все нормально. Тихо. С автоматом он. Здорово, Артем. Меня чуть не убили, пока я в чат не посмотрел. Ага, туда мы пришли. Мы с... стреляют по нам. Кайф, да? Работают профессионалы, тихо, чат. Ага, обосрался сразу, да? Так, Nintendo на месте, все нормально. Осталось последнее. Хорош. Хорош, хорош. 10 тысяч ровно поинтов. Даже заставки не было в этой. Простите... Боже, простите меня. А чем вы? За что простить? Я помог им. Они и меня заставили. Заставили? Рассказывайте. Я заложил бомбу. Бомба в студии. Бомба в киностудии? Они меня заставили. Я не хотел, но они... Пожалуйста, поверьте. Джон, поехали прямо сейчас. Не знаю, врет он или нет, но нужно проверить. А с ним что? Я вызывал диспетчера, наши парни уже в пути, они разберутся. Идем.